И увидев прогресс, увидев вообще нереальный стиль игры на международном соревновании, люди начали развиваться, тренироваться, пытаться создать свои команды. И еще очень много времени прошло. Три года победы! Я не помню. Thank you.
Оксана Гладна, видите, она не только жена того, что она приносит его назад своему хозяину, бросает, чтобы ему было удобно его забирать. Самый прикол, да, вот это такое, что они стремятся поймать тарелку на лету. То есть им, она неинтересна, когда она упала, и задача не просто принести ее как палку, да? Они подойдут от того, от факта полета. Они получают удовольствие вместе с хозяином от того, что эта штука летает. Ну, можно кое-что, я вам честно скажу.